проходит, да? С обратной стороны. Да, да, пошли, да. Проходим, проходим дорогу, проходим дорогу. Так. Бубль на дыре найдут. Темпест праймери. Темпест, темпест лочу. Есть темпест. Откачиваю. Повторяю, темпест потек. Страус, уже перекочился или нет? По-моему, Страус еще был здесь. Все, темпеста я бомпнул на полном ходу. Не бейте яйцо, ну кто? До них не знаю, кто. Это мои варьеры, они агрессивные на все и вся. Ну, так надо было их одного уставить и все. Все, бой закончился, можем исходить. Ставлюсь на дырку, бубль еще обновить, угнали в дыры, угнали. Можно я дронов заберу? Я успею смотаться в центре и забрать? Успеешь, успеешь. Больно дуйте в нуле у этого. Так они еще не раскочились просто? Раскочились уже недавно. Просто мы не заметили. Я не заметил. Ну тот один отвар, по-моему. Он кров. Ну кров на обзорку. Понятно. Еще вот один. Они, вот мы все и окупили. А что, они посливали вам что-то? Ну, да мне они в этом... Да, два сканерщика убили. Два сканерщика убили. А, нет. Да. Я обычно кидаю вдруг и забываю там о нем. Потом его кто-то убивает. Этот самый. Кому-то, Лобо, Октавия и Дизольд, вы выходите без МВД. Если что, Леха тогда прожмет МВД и пройдет, если она не станет критической. Включай МВД, проходи. Все, теперь хорошо. Я прохожу. А что это одновременно проходить? А, ранчер. То есть ранчер. пофиг. Одновременно не работает. Да. Да. А она еще существенно нарушена. Ну, я просто не знаю, сколько в ней этих цифр в ней. Она еще не дошла до критического состояния. Ну что? А кто у нас тут на винтурке такой отчаянный? Отчаянный. Он еще застрял, он ушел туда. Могу сейчас хлопнуть, мне кажется, на винтурке с МВД. Три, Нафта. Ты не проходишь туда. Если ты пройдешь, будет. Мы назад уже можем пройти не все. Эта армага, кстати, гунская. Она здесь местных всех выбивала в свое время. Когда мы гунами были, мы здесь их кошмарили. Я прошел. Ну, пробую еще раз на МВД назад. 3 минуты. Может, с этой стороны забублять? Нет, мы рисковать не будем. Лишний раз. 2 минуты мне еще. 2 минуты? Больше никто не проходил. Смотрите, чтобы он не прошел. Блин. Забубляйте, сейчас. Забубляйте. Забубляйте, чтобы он не прошел. Утяра, забубляй. Я могу сейчас выйти, точно? Ты здесь не останешься? У меня еще 2 минуты ждать, я немножко не дождался. Ну давай, я сейчас это сделаю. Лов, у тебя сколько массовых было кораблика? Читаха. Она маленькая, фрегатики могут проходить незаметно. Ну, чтобы ты не остался внезапно. Ну я, если что, самоубьюсь. Стратюс на подскане наш, ну судя по всему, что он в Вене зовется. Логично. Не палите контору. Слушайте, а у нас тут этот самый чувак, который копалка, здесь останется. Все, проходим. Это русский, оказывается, чувак. Пишет, весело бублить дырку. Блин, она не закрылась. А, закрылась. А, закрылась. Давайте я на РД бубль подниму. Может, мы пройдем все в РД и там уже будем поднимать бубли? Ну, тогда здесь должен быть кто-то стоять с этой стороны, смотреть. У нас есть Растафари на читахе. Растафари. А, вот, Лоба, ты тогда его поставишь, да, в клоке? Конечно, конечно. Все, я прохожу с собой туда. Вот видишь, ровно-ровно хватит его читахи. Ставьте, да. Я сомневаюсь, что он пойдет на РД, вот честно сомневаюсь. Если, в принципе, я бы на его месте склочился, ушел бы чай пить, вышел, там летел как-то. Но он склочился, его нету нигде на проварках. К тому же тут не так уж далеко до хаев, так что...